Я тебя искала. Не-не-не. Ты нужен нам в Атлантиде. Слушай, я тебе скажу то же самое, что и старому крабу Вулка. Ну, повежливая ты, дама как-никак. Нет, спасибо, дел по горло. Я в эту дрянь не полезу. Иначе в Атлантиду не попасть. Он тут промариновался в потрохах. Провоняю, как выгребная яма. Все лучше, чем сейчас. Да, жесть. Ваше Величество, нет чести в поединке с чужаком. Ваш брат, очевидно, имбецил. Раковые шейки на хвосте! И что это значит? За нами враги! И так бы и сказал! За нами враги! Что ты делаешь? С Пиноккио проканала. С кем? Проехали. Давай залезай, давай! Ну прекрасно, мы стали ужин. Как ты это делаешь вообще? Не знаю. Просто иногда слышу их, а они меня. Ну да. Дурак дурака слышит издалека. Эй, я тебе жизнь спас. Я тебе тоже. Эй, ты чего думала? Стой, 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 стой! Стой! Что с тобой? Прыгнула! Без парашюта! Рыженькие! Обожаю их! Недолго осталось. Да? Да чего? Смерти от жажды? Да твои сломанные челюсти. Слышь, бойцовский клуб, ты тут нас уши новенькая. Так я тебе объясню. Мы заблудились. Вот смотри туда, что это там? Ничего, безжизненная пустошь. Вообще-то это пустошь, твой дом. Просто не суди сходу о том, чего не знаешь. Чья бы креветка скрипела? А? Не-не-не-не-не-не, ты с этим завязывай. Убери. Ты из-за этого дурацкого навигатора сиганула прямо из самолета. И теперь мы плутаем тут по пустыне. Послал же нам царя Посейдон. Ничего. Конечно, не фурычит. Оно тут пылью обрастает с тех пор, как Сахара была морем. Да. С тех пор, как Сахара была морем. Ты что, моим эхом заделалась? Тут все пересохло. Приходят же хорошие мысли в пустые головы. Не шевелись. Мог бы просто помочиться. Только в руках истинного царя проявится путь. Орм не должен узнать. Нет, стой! Что? Нет бы записать сперва. Я запомнила. А ты нет? Да, дословно. Что он сказал? Что-то где-то и трезубец. А я тут узнала нечто интересное. Пиноккио, мы чуть не погибли из-за того, что ты прочитал в сказке? Так это книжка? Ну и дела. Кит был в мультике. Андиамо. Ты что, угнала лодку? А разве они не для общего пользования? Нет, у них есть хозяева. Ха.